Опередить Батыршину могла только Наталья Лепковская. Но для этого ей нужно получить почти 10 баллов. В этом году Наталья стала призером чемпионата России. С блеском выиграла международный турнир в Иркутске. Получила серебряную награду на этапе Кубка Европы в Москве. Но столь высоких оценок она еще не удостаивалась. Она, несомненно, достойна тех похвал, которые в ее адрес мы слышали здесь со всех сторон. 9,9. Это гроссмейстерская оценка.